Ой, Буся, не сходи с ума, пожалуйста. И не прыгай сейчас на меня. Уйди. Ты сына перепачкает. Уйди, сказала. Вот паразитка. Уйди. Вот что делает, а? Да, мой хороший, скажи, мам, лапоньки болят. Обострение у него, похоже, вот ждем сейчас мы. Буся, уйди! Жду витамины. У нас, к сожалению, перерыв образовался. Рекавр у нас еще плюс. Ну, вот одна лапа у него прям поднимает. Черныш! Иди давай на место. Лапа болит? Ты скачешь. Сейчас накормлю дурандот мой. Бусю, конечно, бы отсюда выселить, потому что ей бегать надо. Места ей здесь мало. Она молодая, энергичная собака. Это вот это лежит целый день. Он уже старый. Все, сейчас пойдем кушать. Да, вот такое мясо, скажем, мясо, скажем, у нас. Сейчас все. Пришли сегодня витамины, наконец. Нам всегда они нужны, эти витамины. Вот тут 100 таблеток. У нас по 3 в день. То есть на месяц ему хватит вот этих витаминов. Сам он, кстати, их не ест. То есть мне приходится ему их давать, ну, насильно. Буся! Блин, собака-убийца, ё-моё! Мне же больно! Сейчас надо открыть.